Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости нашего канала. Сегодня у нас с вами гороскоп на 11 октября 2020 года. День недели будет воскресенье. По традиции мы начинаем с лунного календаря. Это будут 24 и 25 лунные сутки. Убывающая луна в знаке зодиака Лев. Домашние дела и возможность побаловать себя комфортом доставят вам больше удовольствия, чем любая другая деятельность. Ситуацию хорошо характеризует символ нынешнего дня. Это черепаха, которая не любит суету и спешку. Лунный календарь рекомендует сегодня доверять своей интуиции, так как разум и логическое мышление могут подвести. Также сегодня отличное время для женских практик, медитации, изготовления оберегов для дома и семьи. Именинники сегодня 11 октября – Валентин, Вячеслав, Георгий, Егор, Анна, Мария, Татьяна, Ульяна и Юлиана. Далее, друзья, у нас с вами общий гороскоп на 11 октября 2020 года. Сегодня непростой день. Мало кому удастся избежать напряженных моментов и неприятностей. Непросто оказывается поладить с другими людьми. Сейчас каждый заботится о собственных интересах. Никто не хочет идти на уступки, если возникают разногласия. Очень важно сегодня сохранять самообладание. У тех, кому это не удастся, сегодня могут возникнуть серьезные проблемы. Поэтому не поддавайтесь на провокации, старайтесь не говорить лишнего и не привлекать к себе лишнего внимания. Старайтесь избегать споров с самыми близкими людьми. Помириться может быть потом очень трудно. Далее, друзья, у нас с вами гороскоп для каждого знака зодиака на 11 октября 2020 года. И мы начинаем со знака зодиака Овен. Уважаемые Овны, во многом вы сегодня можете добиться успеха, но вряд ли это удастся сделать вам быстро. Будьте готовы проявить настойчивость, не отступайте, если что-то идет не так сегодня. Окружающие чаще обычного вмешиваются в ваши дела или вам дают советы, когда они совсем не кстати. Старайтесь вести себя дружелюбно и не провоцировать конфликтов. Если вы сегодня поссоритесь с кем-то, то помириться будет трудно. Это не самый подходящий день для решения важных задач, особенно если для этого требуется участие других людей. Вам трудно сосредоточиться, поэтому есть опасность что-то сегодня упустить из виду. Далее у нас с вами гороскоп для знака зодиака Телец. Уважаемые Тельцы, сегодня у вас есть шанс добиться прогресса в делах, но для этого нужны настойчивость и дисциплина. Силен соблазн отложить все на потом. Некоторые тельцы всерьез рассчитывают на то, что все проблемы как-нибудь решатся без их участия. Но это вряд ли произойдет, так что будьте готовы потрудиться. Нежелательно сегодня вмешиваться в чужие дела, давать советы тем, кто об этом не просил. Окружающие сегодня очень остро реагируют на ваши критические замечания и иногда всерьез обижаются. Важно как можно раньше разобраться в ситуации, иначе отношения могут испортиться сегодня надолго. Далее, друзья, у нас с вами гороскоп для знака зодиака Близнецы. Уважаемые Близнецы, у вас сегодня напряженный день. Если хоть что-то идет не так, как вам хотелось бы, вы реагируете очень остро и можете начать сердиться на всех вокруг. Часто вас неправильно понимают люди, с которыми вы прежде отлично ладили, и возникают у вас и серьезные конфликты. Раздражают сегодня вас и задержки в делах. Вам хотелось бы ускорить ход событий, но это не всегда возможно. Помните, если вы дождетесь благоприятного момента, достичь поставленных целей будет гораздо проще. До этого лучше не привлекать к себе лишнего внимания. Никакой пользы от него не будет. Нежелательно сегодня обсуждать вопросы, которые касаются отдаленного будущего. Далее у нас с вами гороскоп для знака зодиака Рак. Уважаемые раки, во всем, что действительно важно, сегодня рассчитывайте только на собственные силы. Обращаться к кому бы то ни было за помощью сегодня, к сожалению, почти бессмысленно. Вряд ли окажутся и полезными советы. Слишком часто люди дают их, не разобравшись в ситуации.
Также сегодня не исключены и значительные расходы, которые вы смогли бы избежать, если вы были бы внимательнее. На многолюдных собраниях старайтесь не привлекать к себе лишнего внимания. Это не лучший день для того, чтобы делиться идеями и завязывать знакомства или искать сегодня единомышленников. Далее, друзья, у нас с вами гороскоп для знака зодиака Лев. Уважаемые львы, у вас сегодня спокойный день. Сегодня у вас будет возможность приятно провести время, восстановить силы и заняться каким-то интересным, но не утомительным делом. Некоторым львам удастся довести до конца проекты, которым было отдано много сил, или решить вопросы, беспокоившие и самих представителей данного знака зодиака и их близких. Могут напомнить о себе сегодня и старые знакомые. Вы будете рады пообщаться с ними. Сегодня у вас будет шанс восстановить давние деловые или дружеские связи. Не исключено и возрождение романтических отношений, которыми вы прежде дорожили. Однако тут стоит подумать, нужно ли давать им второй шанс. Есть опасность, что все проблемы вскоре вернутся в вашу жизнь. Далее, друзья, у нас с вами гороскоп для знака зодиака Дева. Уважаемая Дева, в начале дня трудно будет сохранить самообладание и не поддаться эмоциональным порывам. Вы на многое реагируете очень остро. Можете разволноваться из-за пустяка или обидеться на то, на что в другое время не обратили бы внимания. Позже самообладание к вам вернется, а здравый смысл подскажет, как выйти из непростой ситуации. Возможно, небольшие денежные поступления, выгодные сделки и подарки. Также нежелательно сегодня давать деньги в долг или связывать себя какими-то финансовыми обязательствами. К сожалению, тут вы склонны переоценивать свои возможности. Далее у нас с вами гороскоп для знака зодиака Весы. Уважаемые Весы, утро будет щедрым на приятные сюрпризы. Могут напомнить о себе старые знакомые, также сегодня не исключены незапланированные, но очень приятные встречи. Вы легко находите общий язык с окружающими, многих понимаете с полуслова. Не исключена встреча с человеком, который когда-то был вам очень дорог. Позже наступит время, хорошо подходящее для работы. Даже со сложными профессиональными задачами вы сможете справиться быстро. Многие весы успешно решат вопросы, которые долго не давали им покоя, и найдут способ одержать верх над давними соперниками. Далее у нас с вами гороскоп для знака зодиака Скорпион. Уважаемые скорпионы, сегодня преобладает влияние позитивных тенденций, и сегодня у вас есть все шансы достичь успеха. Вы сможете сделать то, что давно запланировали, и завершите дела, которые начали раньше. Хорошо проходят сегодня деловые переговоры, в том числе на самом высоком уровне. Удается многих привлечь на свою сторону, и благоприятное стечение обстоятельств поможет вам улучшить свое финансовое положение, заключить сделки, которые принесут вам прибыль. Не исключены сегодня и неожиданные подарки, и приятные сюрпризы. Некоторые скорпионы получат заманчивые предложения о сотрудничестве и не откажутся даже от них. Далее у нас с вами гороскоп для знака зодиака Стрелец. Уважаемые стрельцы, несмотря на трудности, вы сохраняете оптимизм и не отказываетесь от задуманного. Именно такой подход помогает вам достичь отличных результатов в делах, а также быстро решить вопросы, которые важны и для вас, и для ваших близких. Вряд ли кто-то сможет сбить вас с толку или испортить настроение. На новых знакомых вам удается произвести самое благоприятное впечатление. Вам же понравятся только те, кто действительно заслуживает симпатии. Там, где дело касается личных отношений, обмануть вашу интуицию сегодня просто невозможно. Далее, друзья, у нас с вами гороскоп для знака зодиака Козерог. Уважаемые козероги, вы сегодня энергичны, не боитесь трудностей и готовы к решительным действиям. Это помогает достичь успеха и сделать то, что давно было задумано. Вряд ли кто-то захочет стоять у вас на пути. А если такие отчаянные люди вскоре найдутся, то быстро пожалеют об этом. Сегодня, вероятно, небольшие денежные поступления.
Они окажутся очень кстати. День обещает выгодные покупки. Даже спонтанные приобретения будут удачными. Во второй половине дня возможны новости, которые поднимут настроение, и неожиданные предложения, на которые вы с радостью согласитесь. Далее, друзья, у нас с вами гороскоп для знака зодиака Водолеи. Уважаемые Водолеи, все важные дела лучше сегодня планировать на первую половину дня, потому что это самое благоприятное время. Вы со многим справляетесь на удивление быстро и часто находите оригинальные решения там, где другие оказались бы в тупике. Возможны сегодня и незапланированные поездки. Они обещают вам новые знакомства и приятное общение. Водолеям, которые в последнее время скучали, пойдет на пользу смена обстановки. Не бойтесь браться за то, о чем прежде имели лишь отдаленное представление. Найдется человек, который поможет вам сделать первые шаги, а вы быстро во всем сможете разобраться. Далее, друзья, у нас с вами гороскоп для знака зодиака Рыбы. Уважаемые рыбы, сегодня будьте внимательны. Сегодня даже незначительные ошибки, мелкие промахи могут обернуться для вас серьезными неприятностями. Окружающие чаще критикуют вас, чем поддерживают, и это заставляет вас нервничать. Могут возникнуть финансовые проблемы, и вам потребуется помощь, чтобы решить их. Со временем усиливается влияние позитивных тенденций, и вторая половина дня складывается проще и благоприятнее первой. Она лучше подходит для того, чтобы принимать важные решения и обсуждать серьезные вопросы, делиться своими переживаниями и проявлять даже инициативу. Друзья, вот такой у нас с вами гороскоп на 11 октября 2020 года для каждого знака зодиака. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, обязательно смотрите другие видео на канале. Ну а мы прощаемся и услышимся в следующем видео.